Ребят, всем привет. Блок металлоискателя TX850. Недостатки. Какие выявились? Разболталось гнездо наушников. Что большое, что маленькое. У металлоискателя TX850 нету регулировки громкости. Это очень неудобно. Лишний раз на себя обращать внимание будете, если приобретете такой металлоискатель. Пищит очень громко. При разборке надо быть аккуратным. На трех винтах он держится. Проклеен понизу суперклеем. Нужно нагревать, чтобы вскрыть блок металлоискателя. В целом неплохой металлоискатель за свои деньги. От 8 до 12 тысяч. Но для новичка я его не советую, потому что сложно будет разобраться в настройках. Всем удачи и до скорых видео.